Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Фарзафон, который продлится с 3 по 10 августа. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 3 призовых игры, и называется оно «Лихой жеребец». Для его выполнения вам понадобится автомобиль марки Lamborghini. Ну а все, что от вас требуется, это просто завершить любую гонку. За следующее испытание можно получить 40 тысяч кредитов, и называется оно «Тяжелая поступь». Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику «Мощный заряд» 10 раз. Но для выполнения этой техники вам необходимо продемонстрировать комбо из прогрева шин и скорости. Главное, за время разгона не сбросить счетчик очков, я использовал технику «Крах». За следующее испытание можно получить 55 тысяч опыта, и называется оно «С ног на голову». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику бочка 5 раз. Ну а для выполнения этой техники вам необходимо сделать боковое сальто и приземлить автомобиль на колеса. Опять же, главное в этом испытании это не сбросить счетчик очков, так как бочка не засчитывается. За следующее испытание можно получить призовой автомобиль, и называется оно «Везучий летчик». Но для того, чтобы выполнить это испытание, вам необходимо продемонстрировать технику стиль Эбису 10 раз. Простите, друзья, но это единственная техника, которую я так и не понял, как правильно делать. Как написано на Вики и прочих гайдах, вам необходимо продемонстрировать шикарную технику дрифт и шикарную технику воздух. То есть, грубо говоря, войти в дрифт и после этого запустить машину в воздух. В общем, в этот раз у меня получилась всего одна такая техника, а времени проходить это испытание у меня нету. Так что, если кто-то умеет отлично делать эту технику, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а главный приз за этот Фарзафон это Lamborghini Huracan с бонусом на технике. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Фарзафон, который стартует 10 августа. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.